В этом году 12 коллективов примут участие. Очень приятно сказать, что география фестиваля ширится значительно. В этом году помимо Евразийского континента участвует также Эквадор. Приедут ребята из Эквадора, Япония, то есть из Австрии. Очень знаменитые коллективы, и которые сохранили самобытность, вот именно ту, которая присуща музыкальным коллективам проекта The Spirit of Tengri. То есть будет очень интересное, яркое шоу. Тем более на такой большой, открытой и очень важной площадке. Тема фестиваля будет немножко иная. Мы, наверное, сейчас всех секретов раскрывать не будем. Назовем лишь дату. 7 число, 7 июня 2014 года. Площадь перед Дворцом Республики в Алмате.